Здравствуйте. Сегодня я расскажу, как получить мед с отводков. В частности, вот здесь сейчас представлены отводки на 6 рамках. Это может быть как и отводки, так и пчелопакеты. Ну, любой из нас знает, что такие отводки, они будут развиваться до самой осени. Мед с них почти не получим, очень мало будет меда. Ну так как же нам получить и мед, и новые семьи? Сейчас об этом поподробнее. Итак, формируем отводки на 6 рамках. В эти отводки ставим или зрелый запечатанный маточник, или подсаживаем, если у вас есть, подсаживаем туда маток. Отводки сформированы. Ставим три отводка, каждый на 6 рамках, рядом с друг другом. Проходит время. Проверяем на наличие расплода. Матка работает хорошо, расплод есть. Все прекрасно. Весь корпус почти на всех 6 рамках занят расплодом. Значит, мы на этот корпус 6-рамочный добавляем и еще один корпус, второй, чтобы пчелам было достаточно места для развития. После того, как семьи полностью сформированы в двух корпусах, мы сдвигаем три отводка вплотную друг к другу. Крышки с отводков удаляются. И наверх на эти отводки мы кладем разделительную решетку. Теперь через эти решетки смогут проходить только пчелы. Матки останутся в своих ульях, в своих отводках. Итак, мы получаем улей с тремя матками, по сути дела. Каждый развивается как бы отдельно, и в то же время наверх ставим уже корпуса 10-рамочные. Но в них стоит не 10, а 9 рамок, чтобы они совпадали по числу с рамками в отводках. То есть 18 рамок всего в отводках, и 18 должно быть в корпусах магазина. Ну вот, все сформировано, все сделано, подходит к концу главный взяток. По мере заполнения магазинных корпусов ставят еще корпуса наверх. В итоге мы получаем 4 корпуса, полные меда.
Готовые корпуса снимают, ставят на подставку. Специальная подставка для удаления пчел. На промышленных пасеках, на больших, в основном работают с корпусами. Это вот в частности ульи Рута. Не с каждой отдельной рамкой, а с корпусами. Вот сейчас здесь будет показано, обратите внимание, есть специальная подставка делается. На эту подставку ставится корпус, берется воздуходувка. И выдуваются из корпусов все пчелы. Итак, все четыре корпуса с медом сняли. Снимаем разделительную решетку. Делается ревизия этих отводков на наличие расплода, на наличие меда. Вот в таком виде они пойдут в зимовку. Меда достаточно, как вы видите. В нижнем корпусе расплод. Здесь видно, что рамки с расплодом в нижнем корпусе. Все. Эти семьи пойдут в зимовку. Сейчас ставят на место второй корпус. Ульи разделяют, раздвигают между собой, ставят на каждый отдельную крышку. Эти семьи готовы к зимовке. Yeah.